Давайте рассматривать сегодняшний текст со смирением. Давайте будем открыты к тому, что говорит Бог. А вот пять фундаментальных заявлений, которые задают параметры нашего сегодняшнего разговора. Первое. Иисус, а не наш грех. Вот центральная вещь Евангелия Иисуса. Как пишет Павел, Иисус — это Сын Божий в силе. Он пришел, чтобы все мы имели жизнь и имели с избытком. Второе. Все люди разбиты из-за греха. Грех — это сознательное желание ходить независимо от Творца, мысли и поступки, которые противоречат его характеру. В Римлянам 1 главе люди представлены активными существами. Они не пленены против своей воли, не являются невинными жертвами злого влияния окружающей среды. Они видят, мыслят и выступают согласно своим представлениям. Все мы разбиты из-за греха. И все это значит все. Третье. Когда мы переходим от разбитости греха к полноте во Христе, мы должны проявлять благодать друг другу, не компрометируя истину Божию. Бог проявляет благодать к нам. Павел пишет в послании к римлянам, 2 главе, 4 стихе, что Божья доброта приводит к переменам в жизни. Если Бог не поможет нам увидеть нашу духовную нужду, нас, скорее всего, не будет интересовать путь к исцелению. Далее, четвертое. Наш человеческий взгляд должен соответствовать библейскому взгляду. Часто мы живем в своем мире идей, мнений, желаний и чувств. Всем нам нужна контрольная точка, которая будет находиться вне нас. Мы, последователи Иисуса, полагаемся на Библию в качестве источника Божьей точки зрения на состояние человека. Например, наша оценка некоторых грехов, как более серьезных, часто не соответствует Библии. Некоторые говорят, что влечение к тому же полу — это высший грех, практически непростительный. В то же время они говорят, что сплетни практически допустимы. Во всяком случае, простительны. Иакова 3. Третья глава говорит, что необузданный язык распаляется адом, демонами. Согласно Писанию, грех — это грех, а высший грех — это отвержение Бога. Пятое. Евангелие — это сила Божия к спасению каждого, кто верит. По вере в Иисуса, каждый может стать праведным перед Богом и Иисусом, независимо от того, какой грех совершил человек. Мы все в равной мере нуждаемся в Иисусе. И помня об этом, давайте посмотрим на послание к римлянам, первую главу. Павел говорит о состоянии, когда мужчины и женщины отказываются почтить Бога как их Творца. Его описание актуально для древних, современных и будущих цивилизаций. Трижды в этом фрагменте мы видим, как люди меняют Бога на что-то. Они меняют Бога на идолов, меняют истину Божью на ложь, и они меняют естественное на неестественное. Они идут за своими богами, идеями, моральностью. И то же самое мы видим в современной Канаде. Павел трижды говорил, что Бог оставляет. В каждом из случаев люди принимали решения, и Бог реагировал на них, но не вмешиваясь, а позволяя людям идти своим путем, переживая последствия их мыслей и действий. Клайв Льюис написал в книге «Расторжение брака», в итоге есть лишь два вида людей. Те, которые говорят Богу: «Да будет воля твоя», и те, которым Бог говорит: «Да будет воля твоя». Пусть будет по-вашему. А судом для людей становится моральный и духовный упадок. И когда это происходит, то люди часто не могут понять, почему. Согласно 1 главе 18 стиху, нашей главной проблемой является идолопоклонство. Некоторые могут сразу же сказать: «Что? У меня нет идолов на полке». Позвольте объяснить, почему идолопоклонство касается всех нас. Все мы были созданы для того, чтобы поклоняться. Если мы не поклоняемся Творцу, то поклоняемся кому-то или чему-то, чем заменяем Бога. Идолопоклонство — это то, на что мы тратим максимум усилий или времени. Это то, от чего мы ожидаем жизни. Это то, что мы ставим на место истинного Бога. Это может быть секс, наука, деньги, власть, спорт,
хобби, служение, но чаще всего это эго. Человеческое сердце — это фабрика по производству идолов. Суть нашего греха — это попытка избавиться от Бога. Повторяю, суть нашего греха — это попытка избавиться от Бога. Историк Марк Эннелл пишет, что сегодня Бог в Канаде — это отсылка к историческому наследию. Он на окраине. Мы убрали Бога из центра нашего существования и поставили там себя самих. Наша главная проблема кроется в том, что мы пошли своим путем. Мы посадили себя на престол. Мы стали своими собственными героями. Мы склонны подавлять всякое учение, которое бросает вызов нашему праву мыслить и поступать так, как мы хотим. Но есть одна проблема. Когда мы убрали Бога из человеческого уравнения, мы перестали понимать, что значит быть человеком, и мы страдаем. Не признавать это значит игнорировать слона в комнате. А что происходит, когда люди подавляют познание Богом? В 21 стихе говорится: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». Когда мы больше не признаем Бога Богом, то становимся слепыми в своем мышлении, а наши действия делают слепыми других. Мы запутываемся в своей сексуальности, наши слова унижают других. Отношения становятся трудными. Последствия этого — моральный паралич общества. Вот почему один канадский политик сказал мне несколько лет назад: «Моральная ткань канадского общества разрывается. Молчать об этом значит отвергать реальность». В 24 стихе мы читаем: «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Слово «похоть» в данном контексте говорит о сильном внутреннем желании к сексуальным извращениям. Это страсть, которая изменяет страсть к Богу. Все потому, что эго становится идолом. Все мы сталкиваемся с разбитостью в вопросах сексуальности. Независимо от того, нормальные мы или геи, лесбиянки, трансгендеры или кто-то еще. Согласно Писанию, наша разбитость — это последствие нашего идолопоклонства, сознания, сознательного отделения от Бога. Павел говорит в 26 стихе: «Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчина на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Эти слова могут стать причиной взрыва в нашей культуре. Неужели Павел, наполненный ненавистью, усколобый, антикварный лицемер, который говорит слова, не имеющие ничего общего с нами сегодня? Некоторые могут сказать, что Павел жил с древним мировоззрением, которое не отражает прогрессивные социальные нормы 21-го столетия. Они считают, что эти стихи не актуальны. Давайте на минутку посмотрим на древний мир. Исследования древних обществ показывают, что две трети из них называли однополые отношения допустимым образом жизни. Греки, римляне, финикийцы, египтяне, персы, галаты — это лишь некоторые. Терпели, а иногда даже и одобрительно смотрели на однополые отношения, особенно между мужчинами. Иногда это даже считали более высокой формой сексуальности. Как говорит римский историк Сутоний, император Нерон, который правил во время, когда Павел писал послание к римлянам, женился на мальчике и устроил традиционную брачную церемонию, на которой мальчик исполнял роль женщины. У Нерона также были сексуальные отношения со своей матерью Агриппиной, которую он потом убил. Он также вступил в брак с мужчиной, в котором он, Нерон, играл роль женщины. Мягко говоря, Нерон экспериментировал со своей сексуальной ориентацией. Нерон не был единственным человеком в римском обществе, который поступал так. В своем послании к римлянам Павел явно шел против течения морального климата Рима того времени. Разве ему не стоило вести себя более толерантно, если он хотел, чтобы римляне услышали его?
Ведь Рим был центром греко-римской цивилизации, самым прогрессивным среди древних обществ. О чем же он думал? Мы не должны забывать, что Павел написал послание к римлянам из Коринфа. В том городе был храм Афродиты, богини сексуальной любви и красоты. В нем жила 1000 священных проституток. Они практиковали свое ремесло в этом городе. И вот послушайте, что Павел пишет церкви в Коринфе. Это первое послание, 6 глава, 2 половина 9 стиха. Не обманывайтесь, не блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас. Практика однополых отношений относится к греху вместе с сексуальной аморальностью, прелюбодеянием и идолопоклонством. Она находится в середине списка. Все в этом списке нарушает образ Божий. Но давайте продолжим читать. Нечто случилось, и такими были некоторые из вас, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Последователи Иисуса в Коринфе изменились благодаря силе Божией. Павел верил, что эта сила преобразит жизни в Риме. Некоторые говорят, что послание к римлянам, 1 глава 26 и 27 стихи, говорят лишь о пидорастии, сексуальных отношениях между мужчиной и мальчиком, как в случае Нерона. Но в этом тексте не говорится о пидорастии. Другие утверждают, что здесь говорится о том, когда гетеросексуалы ведут себя как гомосексуалисты, поступая при этом неестественно. И снова, это совсем не то, что здесь написано. В 26 и 27 стихе Павел использует слова «мужчина» и «женщина», а не «мужчины» и «женщины». Он говорит об истории сотворения из Бытия 1 главы 27 стиха. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Он делает ударение на то, что люди были созданы как мужчины и женщины с замыслом для их сексуальных отношений, но их идолопоклонство привело к замешательству в вопросе сексуальной ориентации. Мужчины и женщины отличаются в сексуальности, но являются равными носителями Божьего образа. Вместе они выражают прекрасную дуальность пола, которую Бог дал человечеству. Наш собственный путь ведет к путанному сексуальному проявлению, независимо от нашей ориентации. Вы можете сказать: «Хорошо, так говорит Бытие». А что сказал Иисус? Иисус основывает свое учение на творении. В Евангелии от Матфея он связывает бытие. «Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Иисус учит, что, по сути, брак — это уникальный союз между мужчиной и женщиной. Они становятся единой плотью в отношениях. Сам Бог объединяет мужчину с женщиной телесно, эмоционально, психически и духовно. Близость этого союза требует вечной верности. Но давайте вернемся к нашему фрагменту из послания к римлянам. Павел говорит, что у мужчин и женщин есть естественный путь взаимодействия, желаний и сексуальных отношений. В 26 стихе, говоря о противоестественном, он имеет в виду поступки.
которые противоречат созданному порядку. Это не означает, что они противоречат нашим субъективным ощущениям о том, что кажется правильным или естественным. Библия учит, что все сексуальные действия телесны и эмоциональны. Вне отношений брака между мужчиной и женщиной находятся вне Божьих замыслов. Независимо от генетических или гормональных причин, Бог призывает нас с уважением подчиняться Его задумке для жизни. Однако в Канаде больше ценят индивидуальную свободу и неограниченные поиски сексуальной любви. Со времен сексуальной революции 1960-х годов библейский взгляд на брак оказался под вопросом. Сексуальная деятельность стала уделом двух людей, давших на это согласие. С любовью или без нее, с посвящением или без него, в гетеросексуальных или других отношениях. Возможно, слова Иисуса и Павла могут лишить нас слов. Все мы запятнаны грехом, и всех нас ждут последствия падения в вопросе сексуальности. Всех значит всех. Мы признаем, что не следуя за Божьим замыслом, мы сталкиваемся с болью и страданием. Но что нам делать? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу, чтобы мы посмотрели на продолжение этого фрагмента. К сожалению, человеческий грех не ограничивается только сексуальной сферой. С 28 стиха мы видим, что грех достигает еще более глубокого уровня. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Люди не хотят признавать Бога. Они считают, что они испытали Его, проанализировали Его и решили отвернуться от Него. В оригинале можно увидеть игру слов. Она звучит как-то так. Люди не считают, что Бог стоит чего-то, и поэтому Бог предал их бесполезному уму. Люди пытаются осудить Бога, убрав его из своей жизни, и поэтому Бог позволяет им пожать последствия их желаний и действий. Они не могут мыслить ясно, не видят, что правильно. И вот пример. Один из лидеров движения «Новые атеисты» Ричард Докинс написал в своей книге «Иллюзия Бога», цитирую, «Бог Ветхого Завета, наверное, самый неприятный персонаж во всей фантастике. Завистливый, гордится этим. Жалкий, несправедливый, непростительный контролер, кровавый и мстительный мастер этнических чисток, шовинистический, гомофобский, расистский, инфантицидный, геноцидальный, смертоносный, садомазохистский, капризный, злой хулиган. Да уж, когда Докинса попросили объяснить происхождение жизни на Земле, он признал, что мы не знаем, кто начал процесс жизни, но, возможно, однажды мы узнаем, что пришельцы зародили жизнь на Земле. Неужели это объяснение более правдоподобное, чем сотворение Богом? Когда Павел говорит о превратном уме в 28 стихе, то имеет в виду затуманивание мыслительных способностей, помутнение морального сознания на напрасных попытках создать порядок, который противоречит порядку, созданному Творцом. Оставление Бога ради высшей мудрости и науки оказывается глупостью, которая приводит к моральному упадку. Давая список из 21 порока, Павел дает общее описание того, как ведут себя люди с превратным умом. Первые четыре являются типичным представлением о грехе. Неправедность, отсутствие справедливости. Зло, зловещее и темное. Корыстолюбие, неутолимое желание иметь больше, даже за счет вреда другим. И злоба, моральное разложение. Следующие 13 грехов разрушают человеческие отношения. И это зависть, убийство, распри, обман, злонравие и сплетни. Это люди, которые отравляют отношения. Клеветники. Люди, которые наносят удар в спину. Богоненавистники. Обидчики. В них объединяется жестокость и гордость, из-за которой другие страдают. Самохвалы. Эти люди считают себя самодостаточными и ставят себя на пьедестал выше всех остальных. Они горды. Эти люди хвалятся впустую. Изобретательны на зло. Непослушны родителям. Если есть то, что ненавидит Бог, то
то это ужасную природу человеческой гордыни. А человеческая гордыня всегда разрушает отношения. Наш собственный путь ведет к разрушению отношений. И, словно этого мало, Павел добавляет еще 6 общих понятий, связанных с отсутствием любви. Безрассудны, вероломны. Они нарушают заветы, нелюбовны. У них не хватает любви, как у отца или матери, которые бросают свою семью, или у детей, которые пренебрегают своими пожилыми родителями. Непримиримы, немилостивы. Когда общество убирает Бога со сцены, то начинает расти сексуальная аморальность, насилие и проблемы в отношениях. Путанное мышление приводит к антисоциальному поведению. Любовь охладевает. Недавно по новостям сообщили, что 5 миллионов канадцев пережили разрыв романтических отношений во время пандемии. Да, 5 миллионов или каждый седьмой канадец. Мы должны признать, что у нас есть проблемы с правильным построением отношений. Недавно в разговоре с одной молодой женщиной, которая собиралась оставить своего мужа по, как могло показаться, оправданным причинам, она сказала, что все советовали ей бросить его. Ее ситуация была несправедливой. Он поступал нелогично. Она не заслужила этого. Ни один ее сверстник не призвал ее заняться чем-то, кроме как разводом. И в 32 стихе мы видим апогей. Павел говорит, что люди не просто согрешают, но получают извращенное удовлетворение, призывая других бунтовать против Творца и его порядка. Они называют грех добром или чем-то естественным и наносят серьезный ущерб окружающим, потому что в итоге аморальное поведение становится нормой, и люди больше не считают грех грехом. Тот, кто аплодирует аморальному поведению, делает сознательный вклад в разрушение человеческой жизни и приносит ущерб множеству людей. Худший грех — это отвержение нашего Творца. Если бы мог быть грех хуже этого, то только активный призыв к другим оставить их Творца. На Западе с 19-го столетия люди считали, что прогрессируют от примитивных форм жизни к более продвинутым. Мы говорим о развитии, прогрессе и реализации во всех сферах жизни. Мы предполагаем, что мы прогрессивны, смотрим вперед, продвинуты, когда следуем изменчивым моральным и социальным нормам культуры постмодернизма. Писание же называет это регрессом, а не прогрессом. Это спад, а не развитие. Деэволюция, а не эволюция. Есть ли надежда? Есть ли путь вперед? Конечно. Давайте вспомним 16 стих 1 главы послания к римлянам. Евангелие — это сила Божия ко спасению всякому верующему. Павел видел, как сила Евангелия работала в Коринфе. Он видел, как грешники омывались, освящались и оправдывались. В его списке грешников были идолопоклонники, сексуально аморальные, жадные и гордые. В Иисусе они обрели новую личность и положение перед Богом. Они стали новым творением, которое обрело силу жить так, как того хочет Бог. Точно так же Павел ожидает, что сила Божия будет работать в Риме. Хоть он и знал, что требования Евангелия являются непростыми, он также знал, что благодати Божией более чем достаточно, чтобы римляне ходили в полноте в Боге. Прощение, исцеление были доступны для них. И то же самое касается и нас сегодня. Единственный путь вперед — это вернуться к Божьему пути. Когда мы обращаемся от своих путей и подчиняемся Божьему пути, мы открываем себя для преображения через дела Духа Святого. Когда мы отдаем себя Иисусу, мы отрекаемся от себя, берем свой крест и идем за Ним. Все мы обретаем свою личность только в Нем. Как я говорил ранее, наша культура говорит, что мы должны поставить себя в центре своей жизни.
Но нет, на самом деле это убивает нас. Когда мы становимся себе богами, мы все больше боимся и переживаем, потому что внутри мы знаем, что не можем быть Богом. Еще одна ложь нашей культуры гласит, что сексуальная ориентация является основой нашей идентичности. Но нет, сексуальная близость не необходима для полноты. Идентичность последователей Иисуса основывается на том, кто дает определение человеку на Иисусе. Он — наш путь, наша истина и наша жизнь. Еще одна ложь гласит, что мы можем жить сами, но нет. Все мы имеем нужду в близких отношениях. И также справедливо и то, что мы можем жить богатой и полноценной жизнью, не выражая свою потребность в близости через сексуальную связь. Посмотрите на пример Иисуса. Мы должны понимать, что одиночество и безбрачие не делают человека вторым классом. Точно так же и одинокий человек, независимо от ориентации, не ниже человека в браке. Мы призваны идти вместе, преображаясь в подобие Иисуса, независимо от нашего места в жизни или ориентации. Мы все можем быть полноценными в Иисусе, и это не все хорошие новости. Отношения с Иисусом также дают нам новую семью. Он благословляет нас новыми друзьями, которые выражают свою любовь без сексуального подтекста. Церковь Уиллингдон должна развивать отношения, в которых будет место для искренности и подотчетности. Церковь должна быть местом, где мы можем поделиться своими трудностями, получить исцеление от сексуальной разбитости у креста. Вот какое у нас призвание. Многие люди, у которых есть проблемы с сексуальной ориентацией, вспоминают моменты психологического одиночества и изоляции. Это возможность для нас, церковной семьи, стать милостивой, контркультурной общины, которая принимает сокрушенных и страждущих в любви Иисуса. Мы должны провозглашать силу радостной вести Иисуса явно и без стыда, а также оказывать осязаемую надежду всем. Мы можем быть духовной семьей, которая приветствует всех. Всех означает всех. Когда мы идем вместе с людьми разной сексуальной ориентации, мы должны стать местом, которое готово понять глубину тех проблем, с которыми все мы сталкиваемся, а также трудности, боли и стремления. Мы призваны принимать всех, как Христос принял нас. И еще раз, послание к Римлянам, 15 глава, 7 стих. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Если вы решите пойти с нами, мы не будем обещать, что всегда будем все делать правильно. Но мы хотим быть церковной семьей, которое будет безопасным местом, чтобы поделиться трудностями в тех вещах, о которых говорил Павел. Мы хотим идти вместе, почитая Бога и друг друга. Я закончу на вопросах для размышления. Если вы смотрите нас всей семьей, то поговорите о том, что мы рассматривали в сегодняшнем послании. Родители, поговорите со своими детьми. Детям, пожалуйста, поговорите со своими родителями. Я знаю, что у нашего служения для детей и студентов есть ресурсы. Книга Кристофера Юэна, называется она «Святая сексуальность», особенно поможет вам в эти дни. Если вы смотрите нас со своими друзьями, обсудите свои вопросы и трудности. Давайте поддерживать друг друга на пути к подобию Иисуса, ведь Он призывает нас любить друг друга и быть друг к другу милосердными. Божьих вам благословений!